нашей клинике приоритетным направлением является лечение бесплодия у пациенток со сниженным овариальным резервом. Как правило, это пациентки старше 35-38 лет, у которых были оперированы яичники, с негативным опытом применения вспомогательных репродуктивных технологий. Но это пациентки, которые не готовы использовать яйцеклетки другой женщины, то есть донорские яйцеклетки. В связи с этим в мире огромное значение уделяется разработке различных подходов, схем стимуляции у данной группы пациенток. Разрабатываются всевозможные подходы к стимуляции овуляции. Это и двойная стимуляция, так называемый дабл протокол, шанхайский протокол, предварительная подготовка пациента к стимуляции андрогенами, эстрогеновый прайминг, пирпитерапия яичников. Известно, что в фолликулогенезе огромное значение имеет не только использование рекомбинантных фолликулостимулирующих гормонов, но это и биологически активные вещества, и факторы роста. Одним из таких регуляторов является гормон роста. От концентрации данного гормона во многом зависит концентрация уровня стимулирующих факторов в репродуктивной системе. В нашей клинике мы успешно используем рекомбинантные гормоны роста у данной категории пациенток. Это приводит в конечном итоге к повышению качества яйцеклеток, к повышению морфологически качественных эмбрионов, что в конечном итоге приводит к повышению шансов на успешное лечение бесплодия.